сегодня хочу показать вам квартиру, которая находится по адресу Тельмана 95 со своей закрытой территорией. Магазин, гастроном имеется в доме. Улица спокойная, не особо проездная, поэтому у вас ни шума практически никакого не будет. Если мы выйдем на улицу Луначарского и пойдем налево, минут 12-15, наверное, нам понадобится, чтобы прийти к морю. Либо мы пойдем вниз и пойдем по частному сектору, выйдем на Островского, либо на Толстого и уйдем направо также к морю. Здесь мне нравится район тем, что здесь прям вот атмосфера юга. Тут инфраструктура вся имеется. Магазины все в шаговой доступности. Улица Островского тоже рядом. То есть здесь есть все, общественный транспорт, вот, на улице Луначарского имеется. Давайте сразу пойдем в квартиру и потом пойдем на море. Мы поднялись в квартиру. Здесь у нас такой коридор, шкаф на входе, где вы можете положить свои вещи, наверх можете даже убрать чемоданы. Сушилка для белья имеется. И сразу мы заходим в кухню. Здесь у нас стиральная машина, микроволновка, чайник, холодильник. То есть для приготовления пищи, для полноценной жизни у вас здесь все есть. Вся посуда также имеется. Вот этот тоже шкафчик, туда тоже можно убрать чемоданы, потому что он такой достаточно просторный, как домик детский. Наверное. Стол, стульчики, и у нас пошли две спальни. То есть это полноценная спальня за дверью. Шкаф имеется, двухспальная кровать, сплит-система. И вторая комната, наверное, больше как гостевая комната. Тут телевизор, тут шикарный вид из окна. Вот такой вот диван, не знаю, как лаунж, наверное. Здесь вы можете отдыхать и смотреть, вот, любоваться пейзажем. Окна у нас выходят на частный сектор. Дорога у нас не особо проездная, поэтому у нас здесь будет тишина. Телевизор, интернет. Вторая сплит-система здесь также есть. Телевидение есть, шкафчики. Ну, я думаю, что, в принципе, все понятно. И еще санузел. Санузел с Светой, с ванной, унитаз, раковина. Ну, все чистенько, все достойно. Все цены оставляю в описании. Номер телефона также оставляю в описании. Звоните, узнавайте, свободны ли ваши даты. И приезжайте к нам на отдых. А сейчас мы идем на море, и я вам покажу пляж. На нашу набережную. Если идти с этого нашего прекрасного гостевого дома, то мы выходим, а выйти можем точнее на три берега. Нет, берег один, на три разных пляжа. Это центральный пляж, я не пошла, потому что там сейчас идет концерт. И если вот за этим причалом, вот как раз там самый большой песчаный пляж, прям огромный песчаный пляж, а за ним еще один огромный песчаный пляж. А мы можем выйти сюда и можем выйти, если мы повернули бы на городок сказок, мы могли бы выйти на набережную, точнее на пляж, который находится за этим рестораном Суоло Итальяно. По составу пляжа все эти одинаковые, везде песок. Если пойти вот туда, отдалиться, там уже у нас будет галечный пляж. Если пойти в сторону Толстого мыса, отсюда идти минут, наверное, 15-20 до галечного пляжа, вот где мы видим, где акватория, вот она. Ну, тут идти недалеко, ну, да, минут 15-20, наверное, с легким, спокойным шагом вы дойдете. Там будут галечные пляжи, это для любителей галечных пляжей. Сегодня погода у нас нелетная, поэтому не обращайте, пожалуйста, внимания. У нас сегодня пасмурно,
пасмурно, а я обещаю дождь. Но несмотря на это, у нас в основном всегда солнце. И сегодня просто такой выдался день, что мне сегодня нужно было идти и доснимать, чтобы скорее выпустить этот гостевой дом. Здесь, в этой части набережной, находится вся инфраструктура. Вот у нас основной причал, который находится в городе Геленджике. Все экскурсии на кораблях отплывают именно отсюда. Торговый центр Геленджик. За ним сразу торговый центр Биби Пассаж, Большой Магнит, Магнит Косметик, Макдональдс, Гирос, я не знаю, площадь. Здесь, в принципе, вообще есть все совершенно. Вот у нас слева музей. Еще чуть-чуть подальше пошла большая детская площадка, океанариум. Здесь вообще все. Здесь и винные магазины, и сувениры, и продукты, и развлекуха как раз вот на центральной площади около администрации. Поэтому здесь вам скучно точно не будет. Дискотеки здесь. В общем, все здесь. Это прям самый-самый центр. Ребята, я хочу сказать, что я подбираю вам жилье для отдыха в Геленджике совершенно бесплатно. Поэтому обращайтесь ко мне. Еще я делаю экскурсии по новостройкам, это также совершенно бесплатно. Покажу вам все новостройки и расскажу все секреты про этих застройщиков. Я думаю, что вам это тоже будет очень интересно, если вы желаете приехать сюда для ПМЖ, либо купить квартиру здесь для сдачи. Это очень важно. Вся информация, которую я знаю, думаю, что вы тоже должны ее знать, прежде чем купить здесь квартиру. Я делаю бесплатные, опять же скажу, обзоры на ваше жилье здесь, в Геленджике, для отдыха. Обзоры ваших гостевых домов, квартир, гостиниц, отелей и многого другое. Очень люблю снимать частный сектор. Очень меня интересуют гостевые дома с бассейнами, потому что очень пользуются они популярностью. Обращайтесь ко мне, номер телефона я оставляю в описании. Обязательно пишите, звоните, оставляйте свои заявки на съемку. Для вас это дополнительные клиенты, для меня, опять же, наработка моей активной базы собственников и клиентов. Ко мне поступает очень много заявок по размещению здесь, в Геленджике, для подбора отдыха, поэтому вам эти клиенты нужны, и они должны выбрать из того количества объектов, которые у меня есть, они должны выбрать, а не так, что они посмотрели, их не устроило, и они ушли. Такого, конечно, бывает очень редко. Есть, когда очень индивидуально подыскивают по прям сильным-сильным критериям. Поэтому вы, собственники, мне нужны, обязательно мне пишите, и с вами встретимся, обсудим все нюансы. Всем спасибо, ребята, что вы смотрите мои ролики, что вы меня поддерживаете и пишете всегда положительные комментарии. Для меня это очень важно. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. И подписывайся обязательно на канал, ставь лайк и не забудь нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписаться в шапке профиля YouTube, чтобы быть первым зрителем новых роликов, которые выходят на нашем канале. Спасибо, до скорых встреч!